Мир вам, дорогие друзья! Начинаем с вами семинар «Успешный миссионер». Каждый из нас пробует благовествовать другим о Господе. И получается это далеко не у каждого. Начиная проповедовать, у нас встречаются трудности, с которыми мы порой не знаем, что делать. Для того, чтобы у нас не было трудностей, нам нужно выходить подготовленным. Этот семинар рассчитан на то, чтобы помочь каждому стать успешным миссионером. День начинается с вечера, поэтому как хорошо, чтобы вечером во время молитвы мы просили Господа, чтобы Он послал нам навстречу тех людей, которым мы можем благовествовать истину. Всех интересует вопрос, с чего начинать. И сейчас мы с вами рассмотрим несколько примеров, которые помогут нам начинать разговор с самых обычных и простых тем, с которыми мы встречаемся очень часто, если не каждый день. К примеру, мы встретились с нашим знакомым или другом в продуктовом магазине. И как удачно было бы нам вспомнить о том, что Иисус есть хлеб жизни. А далее мы уже знаем, что можно было бы говорить. Встретив на даче соседа, можно говорить о семени, о силе Слова Божьего, которое может прорасти. На даче, встретив соседа, мы можем говорить о силе Слова Божьего, что оно, подобно семени, имеет силу прорасти. Я думаю, каждый из нас видел пример, когда летом травочка, которую может ребенок просто взять и порвать на кусочки, она ломает асфальт. Слово Божье имеет великую силу. И вот об этом слове мы можем проповедовать. И если подытожить все вышесказанное, как хорошо было бы, чтобы мы молились, просили у Господа. И когда Господь будет посылать нам навстречу человека, мы использовали любую возможность для того, чтобы поделиться той истиной, которая есть в нашем сердце. И пусть Господь в этом нам поможет. Аминь.